Приветствую вас. Ну что ж, курса 30 гривен за доллар в этом году не будет. Ну еще осталось пару дней там межбанка. Скорее всего на межбанке 28,2 там. Хотя 28,10 вполне, ну могут ближе к самому сделать около 28. Вполне могут. А пока 28,10, 28,15. Да, спорить не буду, действительно имело место девальвация. Многие говорят, очень мало, мы хотели больше, я знаю, что вы хотели больше. Вообще, по большому счету, если внимательно присмотритесь, карантин, вот весенний карантин, он как бы спровоцировал, тогда уже улетело, курс действительно улетел, и уже казалось, вот еще чуть-чуть, 30, все. Потом, понятно, революция, а дальше разговоры, курс низкий, надо поднимать. Ну, понятное дело, что было бы лучше, когда 25, а лучше еще 8. Но имеем 28, и то хорошо. 30 не надо. Убедите, наконец-то, что любая девальвация провоцирует рост цен. Причем ваша зарплата, ну, если, конечно, не получаете в долларах, так не растет. И по этой причине действительно постоянно возникает конфликт, что вот как же так, тому подобное, рост цен, так что ничего хорошего. При этом, если ревальвация, цены не снижаются, ну серьезно, нет, там смотри какая ситуация, есть такая как бы анализ, исследование, которое четко показывает. Девальвация, да, цены синхронно растут вверх, но если ревальвация, цены или не растут, или немножко снижаются. Причем это не только в Украине, это и в России, и в Беларуси, во всех странах. То есть есть такая закономерность. Национальная валюта девальвирует, цены растут, ревальвирует, синхронно так не снижается. Так что здесь есть тоже свой маленький нюанс и неприятность большая. Что касается черного валютного рынка, вы обратили внимание, что скупка существенно просела. Ну, в принципе, это логично. Праздники, плюс очень многие продают валюты, конечно, валютный рынок, там где обменники, они хотят подешевле взять. Это вполне логично. Тем более после Нового года попробуйте еще эту валюту продать. А тогда наоборот, знаете, у людей денег уже нет, потратили такой, сразу оборот падает и тому подобное. Еще раз напоминаю, что в самых-самых первых числах следующего года мы увидим девальвацию. Надо будет заплатить 600 миллионов долларов проценты, и тут сразу жжу. Может сразу поменяться, когда Минфин выйдет на покупку на межбанк. И так, шух, 29 и полетели. Вполне возможно, вполне. А сейчас, да, заканчиваем 28. Ну, что, нормально. Нормально. 8, конечно, лучше, но, к сожалению, 28. Еще раз напоминаю, не было бы Майдана, сейчас бы действительно был курс около, ну, около 10, не больше. Но подарочек от Майдана 28. Благодарю за внимание. Да, вопрос скупать, продавать доллары, принимайте же сами.